Последствия погодных аномалий и борьба с ними стали темой специальной пресс-конференции главы Оренбурга Евгения Арапова. Только за последние несколько дней в администрацию поступило более 1700 заявок от горожан, недовольных качеством уборки снега. Люди сетуют на то, что оставленная на проезжей части во дворах снежная каша в теплую погоду превращается в огромные лужи, что делает улицы практически непроходимыми. Мы должны вывести снег из подтопляемых территорий. Их в городе порядка 15. Это места, которые исторически складывались, и где надо отдельно по ним проводить мероприятия. Далее это частный сектор. В частном секторе ситуация достаточно сложная. Но между тем, погода на этой неделе будет крайне нестабильной. Во вторник к нам придет временное потепление. Завтра будет наблюдаться пасмурная погода со снегом, с местами с метелями. Ветер западных направлений умеренный. Ну и температуры воздуха будут немножко повыше, чем в эту ночь. Ночные температуры будут составлять в пределах минус 2-7 градусов. Ну, на Крайнем Востоке там до минус 10. А дневные температуры от плюс 3 до минус 2. Ну а вот первый календарный день весны, напротив, принесет похолодание. Ночные температуры будут составлять в пределах минус 4, минус 9 в западной половине области. На востоке, где будет более спокойно и меньше будет облаков, там температуры будут падать до минус 9, минус 14 градусов. Дневные температуры в западной половине области будут составлять от 0 до минус 5 градусов, а на востоке области до минус 5, минус 7.